Ярослав Олегович, вы будете ознакомливаться с материалом? Расписываться будете? Обязательно, если это все обосновано, уважаемый. Разнокамеры. Во-первых. Во-вторых, у меня еще есть ходатайство, я хочу их приложить, приобщить. Приложить. Объясните мне, пожалуйста. Я вам объясню, у меня оплачены штрафы от 27-го числа. Постановление судьи, правильно? От 27-го числа, 05-го, уважаемый. Якушин. Не Якушин, у вас там много людей вам выписывают. Ну, я вам все предоставляю. Вы в суде будете все предоставлять. Что ты бетонированный, где ответственный? Где ответственность? Уважаемые понятые, представьтесь, пожалуйста. Подойди сюда поближе, пожалуйста. Подойди сюда поближе. Снимает видеокамеру, я хочу, чтобы... Подойди сюда. Товарищ водитель, подойдите, пожалуйста. Товарищ водитель, вы будете ознакомлены с материалом или как? Да, давайте. Читайте. Давайте сюда. Здравствуйте. А, вы кто? Вы отказываетесь сотрудничать? Да я не отказываюсь, давайте сюда документ. Ярослав, ты что такое сам, блядь, замороченный, блядь, а? Я звоню на регистратор. Я людям показываю, что у меня в Волгоградском суде все обжалуется. Мне показывают постановление Волжского городского суда и говорят, что это нормально, в суде будете разбираться. Как это так? Но оно не обжаловано. Она обжалуется в Волгоградском областном суде. Ну, вы выходите с машины. Не буду я выходить с машины. Ну, мы тогда сейчас будем вам стекло бить. Зачем? За что? Потому что вы за отказ выполнили незаконное требование сотрудника полиции. Какое законное? Вы меня задерживаете? Вы сейчас административно задержаны. А протокол задержан? Того, что у вас не оплачено административный штраф. Вот постановление суда, оно не обжаловано. Оно будет обжаловано, когда будем по-другому. Я вам показываю бумаги по обжалованию. Вы с машины отказываетесь выходить? Поближе подойдите. Протокол он сотину. Я присутствую политика вам объясняю. Уважаемый, кто ответственный? С машины будете выходить? Буду составлять и протокол на сотину задержания. С машины будете выходить? Бумаги возьмите. Зачем мне выходить? Считаю до трех. И бью вам стекло. Протокол на сотину задержания будете составлять? С машины выходите? Я выйду с машины, протокол составьте. Раз. Протокол составьте. Два. Три. Зачем это делаете? Зачем вы это делаете? Я еще раз говорю. С машины выходите. Подъедь сюда срочно. С машины выходите. Не ты видите у нас там подойдите поближе, пожалуйста. Я выхожу. Меня вытащили с машины. Проходим со мной, потом на автомобиль. Куда вы меня тащите?